Привет, друзья! Вы смотрите Банально ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в Demolition Build 3. Сейчас демо-версия. Ребят, оказывается, я узнал, что в демо-версии только вот этот гараж есть. Но я все, блин, разузнал, как что работает, что надо делать. Первым делом мы смотрите, что делаем. Мы убираем, во-первых, все из рук. И... А, подождите, нет, надо сначала выключить, обесточить, а то меня сейчас бы током хренакнуло. Надо, короче, первым делом мы обесточиваем вот это все дело. Вот, все, выключили. Дальше мы идем и вынимаем всю электронику, друзья. Да, вынимаем всю электронику. То есть это было достаточно важно. То есть мы берем, смотрите, вот так вот. Бенц. И швыряем вот туда. Бенц. Ну, короче, потом я все доложу, как надо. В общем, вот так вот все снимаем потихонечку. Ставьте лайк, кстати, пишите комментарии, если вам нравится эта игра, потому что игра реально прикольная. Прям жду полную версию. Мне очень нравится. Надеюсь, что они еще оптимизацию тоже подтянут. Чтобы она не лагала, вот когда там много ломаешь, она начинает подлагивать. Вот. А смотрите, да, вот первым делом, короче, мы всю... дать пройти. Всю эту электронику фигачим. Потом вторым делом мы ломаем двери. Потому что, как вы помните, в прошлый раз я на дверях немножечко, так скажем, ну, ошибся, да. Потом, потому что сначала я все сломал, потом искал эти двери, короче, еле их нашел. Вот это была, конечно, ошибка. Одна ошибка, это ошибся, как говорится. Так, выламываем нахрен это все. Швыряем туда. Выламываем вот тут. Есть какой-то проводок. Бенц. Нормально. Туда тоже его. Бенц. Дальше вот это вот. Выключалка. Так, еще один там проводок остался. Сюда. Что вот так вот это все работает. Прикольно, прикольно. Я даже не знал этого. Помните, в прошлой серии я вообще даже об этом не задумывался, что можно вот так вот снимать электронику. Дальше. Ты не знаешь, что у нас такое, как это пожарная сигнализация, либо генератор. А, может, это сам генератор, кстати, можно было его выключить. Почему дверь открылась? Закрылась, не понял. Кто закрыл? Да откройся ты. Бенч. Так, светильники. В прошлой серии забавно, я так один светильник ударил, что у меня аж игра зависла. Это было смешно. Так, ломаем дальше. Точнее, как ломаем? Просто откручиваем, да. Просто снимаем, как говорится. Вот черт. Ну, я думаю, что ничего страшного. Блин, я случайно разбил ее, ладно. Надеюсь, что это ни на что не повлияет. Так, дверь, откройся. Так, осталась лампа, ладно, я понял. Лампы лучше не швырять. Лампы лучше не швырять, да. Мог бы и догадаться, Турбенти Банельный. Хороший мужчина. Так, сюда. И там у нас, по-моему, последнее что-то. Вот это вот, розеточки остались. Да, мы их вынимаем. Все, сейчас пойдет тяжелая, дорогие друзья, артиллерия. Да, Бенц. Берем молоток и начинаем ломать дверь. Просто выламывать ее. Да что такое? Хренам собачьим. Я немножко ударился, да, был такой. Ломаем дверь. Выламываем, разламываем. Здесь тоже все. Так, сколько процентов двери у нас уже? Уже 28% двери, да, уже хорошо. Немножко, конечно, я ударился. Ух ты, это жестко было. Немножко на меня что-то попадало. Неприятно. Но в целом живу спокойно себе. Так, ломаем. На. Нормально. Сюда пошли, Бенц. Блин, ну физика у игры прикольная. Мне нравится, как здесь все взаимодействует друг с другом. Как оно долбится друг об друга, начинает ломаться. Ой. На. Давайте выловим прям. На. На. Нормально. Сюда, Бенц. Ломаем. Да. Что, устал, дядя? А что, я шевелиться не могу? О, могу. Не, пойду-ка я лучше похилюсь, а то вот эти вот приколдесы, баги какие-то, мне вообще не нравятся. Так, что по двери? 70%. Ну тут вот доломать еще чуть-чуточку ее надо. Типа вот так вот. Сюда. Нормально? Так. Где еще? Что не нравится? Так. Нам нужно 75%, друзья. 75% у нас есть. О, 83%. Ладно, у нас все нормально. Дальше. Стены пошли. Стены можно вот тоже достаточно интересным способом. Надо просто вот так вот делать. Вот так вот. Делаем вот такую вот колбасу. Они тут, так скажем... Вот, видно вот у них есть... А, нет, не видно. Иногда, короче, видно, есть такой стык, по которому можно в целом поработать. Тогда оно все выламывается нормально. Ну, можно в целом вот так просто брать всюду ломать. Так, давай. А! Ни хрена себе, я испугался, друзья, это было жестко. Так, вот, видите, вот этот вот стык есть. Вот этот стык. Да, есть такой стык, да.
Работаем просто, без промедления. Не как в прошлый раз, да, как фуфлыжники. В этот раз мы, дорогие друзья, с вами уже тертые калачи, чтобы это не значило. Да. Так. Нормально, ломается, хорошенько. Блин, как оно ломается, приколдырно, мне нравится. Ой-ой-ой, главное, чтобы на меня не упало. Техника безопасности, да, у меня, конечно, хромает, согласен. Хромающая такая техника у меня. О, видите? Во-во-во-во-во. Хорошо. Сейчас здесь пойдет жара. Давай-давай-давай-давай. Вот этот кусок огромный. Можно сейчас стены просто уронить. Только в путь. И-и-и. Так, ну-ка, молоточек может быть? Блин, молотом не так сильно, как хотелось бы. Ладно, работаем дальше. Так. Уже я чувствую, что там хочет все попадать. Мы тут поработаем еще. Так. Да она уже просится прям. Просится упасть. Но не до конца. Так. Отлично. Ой-ой-ой. Во-во-во-во-во. То, что надо, то, что надо. Блин, да как она на меня не попала даже? Ладно, нормально себя чувствуем. Это было опасно. Работаем дальше, друзья. Работа изнутри. Самая опасная работа, согласен. Но мы не боимся опасности. Нам за это платят деньги. Так. Нормально, все ломается. Под собственным же весом. Красиво. Так, вот этот кусочек сейчас тоже должен уже пообвалиться. И... здесь что-то как-то держится. Так, давайте лучше выйдем нахрен снаружи. Наружу. Вот тут осталось чуть-чуть вообще. Нормально. Ай! Опять меня накрыло, блин. Ё-моё, ни хрена себе. Вот это я понимаю прикол, друзья. Вот это приколдыр. Да. Упала уже половина нахрен. Половина гаража уже все, как говорится. Так, заплатил, да, да, да. Так, сколько у нас уже? Дурс. Блин, 26 всего стен. 26% стен. Маловато. Маловато. Здесь что-то у нас держится. Куда хрена? Надо вообще все отцепить здесь. Взять молот. И вот так. На. Держится, блин, тварь. Так. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. На голову не свалилось. Так, работаем. О, знаешь, что я хочу проверить? Проверь, я хочу прорубить себе дверь вот здесь новую. Чистая дверь, так скажем. Вот так, вот так. И в нее вылезти, чтобы ничего не обвалилось. Так. Нет. Слушайте, работает, да, получается ведь? Оп. Почти. Под собой подломаем. Оп. Оп. Давай, 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 еще чуть. Почти, почти. Ну. Блин, все равно выйти не могу сюда. Это мешается. О, смотрите, да, сделал себе дверку и вышел в нее. Круто. Прикольно. Так, ломаем дальше. Пошла луматку. Ой, да что это было? В лицо мне нахрен отлетело, как будто меня швырнули ее. Что это такое? Под давлением каким-то там оно, блин, вы видели? Вылетело просто жесть какая-то. Какая-то жесткая жесть, я бы это назвал. Жуткая жесть. И все такое светлое и яркое. Ломаться собираешься? Не рушится. Ну ладно, работаем дальше. Как вот она держится, смотрите, друг на друге как-то. Ой, ой-ой. Пошла, блин, как они прикольно ломаются. Мне очень нравится, это, блин, это прям классно. Это прям классно, что там такое. Your damaged client's property, где? Что я сломал-то клиентам? Не знаю, что я им сломал. Блин, вот клиент какой-то странный, конечно. Я ему ломаю гараж, он очень недоволен. Он сам попросил, блин. Ну да, тут сопутствующий успех. Ущерб какой-то может быть, но... я даже не понимаю, что я ему там сломал. Непонятно, ладно. Клиент, короче, такой. Говяжный. Так, работа идет. Давай. Сюда. Просто тупо ломаем.
просто тупо ломаем. Ладно, давайте пройдемся вот так вот, пробежимся по всему периметру, так скажем. Так, 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 так. Сюда. Здесь немножечко подломаем, да-да-да. По уголочку вот так пройдемся. Отлично. И понизу пойдем. Это он долго. Смотрите, FPS 39, блин, уже не так приятно. Ладно, нормально, жить можно. Ломайся уже, давай. Сколько можно? О, что-то подобломалось. Жалко, не дали мне какой-то реальный экскаватор. Я бы на экскаваторе тут сейчас так поработал, блин. На каком-нибудь тракторе. Да на чем угодно. Я слышу эти звуки. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Во-во-во. О, вот эту несущую стену тоже надо сломать. Так. Вот так вот. Здесь потихонечку, помаленечку работаем, работаем, друзья. Зря, что ли, приехали. Да, поломали там что-то этому клиенту. Но... Ой, чуть меня не завалило. Ну, как есть, блин, да. Работа пыльная достаточно. Работеночка такая. Мне кажется, меня сейчас завалит нахрен. Ладно. Так, здесь. Чуть-чуточку. Бенс. Аккуратно. Интересно, я вообще в этой, в каске? Наверное, должен быть в каске. Было бы прикольно, если можно было бы покупать какую-нибудь броню, типа. Броню, ну каски там. Кстати, уже 75% стен написано, что мы сломали. Нифига себе. Выглядит как будто меньше. То есть в целом осталось только крыша. Ну, давайте мы все здесь уже уроним. По красоте, чтобы было. Это можно сломать? Блин, я хочу опять застревать. Капец, застревать неприятно. Вообще. Ломаем здесь. Ломаем тут, ломаем так. Тут попадало где-то. Ой-ой-ой. Блин, очень опасно, друзья. Промышлять таким, блин. Как оно держится? Что-то того? Что-то палки? А, да. Жестко. Блин, вот эта палка меня... Я не понимаю, она какая-то странная. Смотрите, что с ней происходит. Все, упала. Отлично, упала палка. Отлично. Вообще держится на последнем издыхании это все дело. Ой-ой. Так, работаем, работаем тихонечко, помаленечку. Нормально? Давай сюда. Хорошо, хорошо, крыша уже такая. Такая уже полежавшая. Так, работаем дальше. Здесь хоть что-то все пообломать. Чтобы побольше заработать там всяких. Там есть что, дополнительные бонусы? Бонусы, бонусы, бонусы. Ну вообще, хочу просто уронить эту стену, чтобы крыша упала тоже красиво. О, как оно держится? Как оно держится? А вот это? Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Да, турбенти банельный. Ну ты, блин, мастер ломастер. Да. Ломается, хорошо. Все, осталось в целом одна. Один кусок стены вот здесь вот, да. И на этом можно уже будет... переходить к крыше. Давай, давай, давай. Давай, 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 банельный. Давай, банельный. Давай, банельный. Ломай, банельный. Так, о. Нормально. Все, осталось совсем чуточка. Так вот. Все падает. И вот этот кусочек сейчас тоже тут мы оброним. Главное, чтобы не на меня реально. Все нормально, нормально. Ой, все, 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 хорошо. Работаем над крышкой. Над крышей. Смотрите, реально, в этот раз я уже прям чувствую себя как в своей тарелке. Намного лучше получается. В этом ломании гаража этого немытого. Фигачим. Крыша прикольно ломается. Так, тык-тык-тык-тык-тык.
Но долго все равно. Но прикольно. Но долго. Но прикольно, да. Та-ра-та-та-та-та-та. Я турбенти, да-да-да. Так. Идем дальше. 40% у нас уже. Крыша. 29%. Маловато. Не достаю. Работаем. Здесь. Сюда. Вокруг сейчас обойдем. Красиво все будет. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, идем сюда. Здесь все ломается. Хорошо. Ну реально, прям долго. Вот именно ломать крышу, это прям долговато. Я бы вам сказал. Я вам и говорю. Молотом, кстати, ну, нифига не быстрее. Даже хуже, я бы сказал. Молотом вот так вот это вообще работает. То есть лучше реально отбойным молоточком поработать. Это хотя бы побыстрее. Но было бы прикольно, если бы ты молотом хренакнул, оно бы все рассыпалось вообще, вся просто. Это, наверное, нужна суперсила. Либо оно все-таки сделано как-то, ну, по специальной технологии, чтобы так не ломалось вдруг. С неба упадет птица и вся крыша рассыпется. Наверное, да, наверное, нет. Да. Так, сюда. О, вот кусок, кстати, неплохой. Был. Так, и вот у нас еще кусок крыши. Тоже поработать, даже два. Тоже здесь поработать надо с этим материальчиком. Ну, по идее, вот сейчас мы вот это доломаем, и должно нам хватить. По идее. Я очень на это надеюсь. Я думал, он кашляет, он прыгает. Ну, что там по процентажу-то? 67 всего процентов, что-то маловато, блин. Мне это не нравится. Может, я где-то еще какой-то кусок крыши большой пропустил. А, вот он, да, реально. Должно быть нормально. О, да? Да, ништяк, так. Тогда вот эти вот штуки мы сейчас отнесем. Донесем, так сказать. Так, убери. Вот это вот мы все донесем. Да, немножко я там сломал кусочек. Но это уже... Я не виноват. Оно тут внутри, нет? Да. Надеюсь, что да. Так, сюда. Да, блин. Такое место тут, не так уж и много места. Еще непонятно, как игра правильно ли засчитывает все это дело. Надеюсь, что да. Так, а где вторая палка? Непонятно. Сколько процентов? 8... ну всю недамаженную электронику. 100%, ништяк. Так, ну в целом мы походу... Блин, все сделали. Круто, круто. Так. Сейчас. Опа. Вот так вот выглядит все, что осталось от нашего, блин, гаража. Жестко. Выглядит жестко, да. Все так расхреначено к хренам собачьим. Но это то, что нам надо. Так, вы можете закончить свою работу и так далее. Идем за компьютер. Use the laptop. Ну, чуть-чуть, да. Блин, офигеть. 60, минус 60 долларов у меня будет. Confirm. Job complete. Да, я выполнил это, дорогие друзья. 87%. Раз звезда, два звезда. Две звезды мне дали, да, две звезды. И 440 долларов. Круто. 1220 пп. Все, видите, есть только рестарт и выйти в мое меню. Ну, то есть, в главное меню, и все, блин, вот так вот. В общем, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием Demolition Build 3. Не заставится долго ждать.